ступеньку. Итак, на льду Полина Коробейникова. Нам показали ее лучший результат в этом сезоне. 48,87 балла. Я так понимаю, где-то показала она его наверняка в финале юниорского гран-при в Квебеке. На музыку Петра Ильича Чайковского ее короткая программа. Ай-яй-яй, такое хорошее начало было этого каскада. Тройной флип, тройной тулуп и падение. И тут важно, чтобы засчитали этот каскад 3-3. Два падения было, но каскад, тройной флип, тройной тулуп, он очень ценный каскад.